Всем привет, дорогие друзья! И, наконец, сегодня мы с вами добрались до станции Керчь-Южная, которая до сих пор еще, к сожалению, не открыта. Но, по последним данным, назван интервал времени, очередной, какой по счету уже не помню, интервал времени, когда могут, возможно, вот все эти эпитеты открыть эту станцию. Объявили, что в течение 2 недель, вот со вчерашнего дня сказали, что в течение 2 недель вокзал, железнодорожный вокзал станции Керчь-Южная откроют, потому что, собственно говоря, станция сама-то уже по большому счету работает. Поезда приходят, и движение идет, обслуживают, график движения есть, только нет вот посадки, высадки пассажиров на железнодорожный вокзал. Ну, естественно, и продажи билетов в кассы железнодорожного вокзала нет. А станция сама работает, будем точными. Ну и если считать, что 2 недели это как раз начало мая. Вот посмотрите, вот здесь должна была быть проложена дорога длиной 1,5 километра от Верхнего Солнечного к пешеходному переходу номер 2. Вот съезжаешь с шоссе Героев Сталинграда и вот заезжаешь сюда, чтобы не ехать за город через 9 километр на привокзальную площадь. Но, как говорится, пока еще там ничего не сделали. Там единственное, что в прошлом году еще отсыпали крошкой, асфальтовой крошкой, которую где-то содрали вот фрезой, когда ремонтировали дороги. Но такой временный выход был найден. Дорогу строителей, которую проложили строители в свое время, когда строили здесь все, ее отсыпали крошкой асфальтовой, но пока вот по ней ездить можно. Вот такое временное решение было здесь.
выполнена, но опять же это в прошлом году. Сейчас, обратите внимание, Керчь Южная надпись, букву «Ж» вернули на место. Одно время она не горела, потом ее демонтировали, видимо, отправляли в ремонт. Не знаю, вот сейчас работает ли буква «Ж», но я думаю, что перед открытием, конечно, сделали. Так что ждем очередного открытия станции Керчь Южная. Надеюсь, очередное и последнее это будет. Ее откроют, и поезда будут здесь высаживать и подбирать пассажиров, потому что пассажирские поезда здесь по-любому останавливаются. В графике движения Керчь Южная есть, она там называется Керчь Пассажирская. Время остановки в среднем 5 минут здесь идет. Меня вот больше вопрос интересует, если здесь, когда откроют станцию, поезда будут забирать пассажиров, высаживать. Багерово, станцию Багерово отменят там остановку или нет? Но по идее поезда, заявленные как скорые, должны отменить. Станция Багерово, которая сейчас принимает весь пассажиропоток, который двигается до Керчи и окрестностей. Ну а мы пока облетаем с вами вот весь этот железнодорожный комплекс здесь. Видим, что все блестит, здесь все новенькое, даже трава зеленая. Вот пока можно насладиться этим моментом, пока не жарко и не холодно, влажно, травка растет. На момент съемки плюс 12 градусов температура воздуха, пасмурно, и вот во время съемок пошел дождь. Сейчас мы это вот чуть попозже даже увидим, капли будет видно. Ну а сейчас мы с вами выходим на привокзальную площадь. Вот так выглядит привокзальная площадь. Пока мы видим на въезде временный такой шлагбаум. Естественно, его уберут. Это по аналогии, как и Тамань Пассажирская, тоже стоял шлагбаум, будка охранника, но потом все это убрали. Здание вокзала, видим привокзальная площадь, разметка. Здесь даже вот остановки общественного транспорта есть, остановочные павильоны. Ну и, собственно, вот вокзал. Часы работают. Это центральный вход в железнодорожный вокзал Керчь Пассажирская, если правильно, вот как в официальных документах будет. Ехать до нее здесь, конечно, не очень удобно, через 9 километр, но это, как говорится, лучше, чем ничего. Хотя вот можно будет по пешеходному переходу подняться, пешеходному переходу номер 2 подняться наверх, и встречающие там могут подхватить пассажиров в свои автомобили. Конечно, немножко неудобен вот выход с пешеходного перехода, там такой металлический трап наверх, чтобы подняться, он достаточно узкий, ну, где-то, наверное, ширина менее метра, может, сантиметров 90. Я неоднократно по нем уже ходил, показывал вам, даже вот одно видео есть, мы с вами спустились по пешеходному переходу вот этому, который видим вниз, но дальше не пошли, потому что станция еще не открыта официально. Вокзал, вернее, по старинке говорю, станция, вокзал еще не открыт. Здание полиции, раз, два, три, три этажа. Все мы это с вами наблюдали с самого нуля, как говорится, с первого ковша. Вот это здесь еще пустырь был, ничего не было. Мы уже, у меня такие кадры есть. Может быть, когда-нибудь соберусь с духом и сделаю такой видосик, как все начиналось, как строилась станция Керчь Южная от нуля. Ну а здесь вот должны быть собачки, кинологическая служба здесь располагается. Вот раз, два, три, четыре вольера на четыре песика, но пока здесь никого нет. Вот ходит один охранник там вокруг. Вот так выглядит здесь полицейское управление, все огорожено здесь, все в заборах. Ну, хоть такие заборы сделали воздушные, конечно, привлекают внимание, но не так вот сильно, как если бы глухие заборы были. Ну, а мы с вами вот смотрим, разворотная петля вдалеке. Здесь у нас, вот сейчас мы с вами увидим, расположились МЧСники перед въездом на мост. Пожарная машина у них, там даже мотоциклы есть, если что-то, не дай бог, случится, для большей мобильности. Потому что что-то в последнее время участились, вот смотрю сводки, аварии на Крымском мосту. Ну, слава богу, пока вот без возгорания. А может и были, может я просто не знаю, но, по крайней мере, я не слышал.
Следующий у нас пункт, это вот пункт весового контроля. Здесь такая огромная площадка для фур сделана, вот даже разметка есть. Пока тут тоже ничего нет, но в принципе она уже должна работать. И вот разворотная петля. Много было копий сломано, чтобы сделать заезд с индустриального шоссе. Вот оно находится там с левой стороны за кадром. И вот сюда прям врезаться, вот в эту петлю дорогой. Тем более, что пропускная способность этой дороги, этого путепровода над Тавридой позволяет здесь две полосы по одной полосе сделать в каждую сторону. Пока здесь две полосы в одну сторону. Вот видите, даже разметка есть. Сделать по одной полосе, вот по прямой, если дорогу пустить, ну, соответствующие знаки повесить, и было бы вообще великолепно. Из индустриального шоссе сделать дорогу, там немного нужно сделать. Единственное, что там, конечно, коммуникации какие-то переложить. И вот начался дождь, посмотрите, капли дождя видно. Самое интересное, что такой вот с периодическим выходом солнца, как мы раньше говорили, грибной дождь. Ну, ранней весной грибов не бывает пока, если только галлюциногенные, а таких вот пока нет. Ну и мы надо возвращаться, я сматываюсь, чтобы не навредить коптеру. Все-таки дождь, сырость, пролетаем над станцией Керчь-Южная. Вот такой обзорчик посмотрели мы с вами. Вот здесь вот деревья, кстати, деревья принялись, я уже вам показывал. Дай бог, что вот до жары еще они так вот, как говорится, закрепились получше. Так что ждем открытия железнодорожного вокзала Керчь-Южная. Как откроют, мы обязательно с вами там пройдемся и посмотрим. А я на этом заканчиваю, дорогие друзья. Спасибо, что поддерживаете канал. Ставьте лайки, комментируйте, и до свидания.